Компания Disney показала видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту. Актрису сначала можно видеть без макияжа с двумя косичками. После этого гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы. В итоге на Джоли надевают рога и красят губы красной помадой. Актриса вставляет клыки и предстает в образе своей героини. Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности. Он длился около 2 часов. В это время скрипачка находилась в студии, но отображалась в виртуальном пространстве. Стирлинг играла свои композиции и общалась со зрителями. К видео могли подключиться обладатели VR-шлемов. В Цюрихе активисты вылили в реку ядовито-зеленую краску, чтобы обратить внимание общества на надвигающийся экологический коллапс. Однако пользователи решили превратить реку в хромакей, и начался креатив. В интернете опубликовали видео, на котором молодой человек и девушка катаются на американских горках. В определенный момент кто-то из катающихся на аттракционе внезапно роняет телефон, и он должен был упасть на землю, если бы не ловкость мужчины. Он ловит гаджет и держит его в руках. Пользователи сети признали, что кадры изрядно взбудоражили их. Стремление японцев к защите экологии восхищает. Олимпийский комитет Японии собирается наградить победителей Олимпиады в Токио в 2020 году медалями из переплавленных драгоценных металлов, которые содержатся в электронном мусоре. Для этого в муниципалитетах страны были открыты пункты сбора старой техники. Организаторы собрали больше 70 тысяч тонн электронного мусора, полностью обеспечив себя запасами золота и серебра, необходимыми для выплавки медалей. Таким образом, Япония не потратила бюджетные средства на изготовление медалей. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.